It's filming. Ну, для меня это вообще огромное путешествие, не просто в другую страну, а еще и вглубь себя, потому что расширились мои границы. Попадая сюда, можешь развиваться не только в каком-то одном направлении, а в такой вот очень многое. И, ну, вот я говорю, для меня это такое вот путешествие еще и к себе самой, к своим новым возможностям. Спасибо за это. Ну, реально спасибо, я очень благодарна. Спасибо. Для меня было важным пронаблюдать, а как это происходит. В принципе, то есть такая известная компания, как они работают, как создаются, и попасть в этот дом для меня было очень важным. И также важно было пронаблюдать, как люди себя ощущают в этом доме, как они взаимодействуют друг с другом. И это было, наверное, самое главное, что я вынесла отсюда, потому что такой поддержки, как они оказывают друг другу и окружающим, я не видела больше нигде. И это впечатляет, хочется идти куда-то в то же направление.